так уж и страшно. Последняя волна. Они охуели. Тут оружие. Desert Eagle. 10 рублей в день. Блять, это как, сука. Пиздец у нас. Смотрите, просто пик. 3 АП и 2 лесника. Это пиздец. Это просто, я, мне кажется, я впервые такое вижу, сколько в эту игру играю. Просто посмотрите на этот пик. Смотрите, Хеймердингер, Физ, то бишь я, Вейгар, Ноктюрн и Ксинжау. Просто 3 АП, 2 лесника. Просто это блядь, сумасшествие, впервые вижу. Ладно, о чем я, собственно, вам сегодня повествую? Это новое мидсезонское обновление. Вот, дракон, это вы сейчас потом увидите попозже. 5 драконов теперь, то есть как раньше будет 5 бонусов, да? Но просто все драконы будут взаимосвязаны с какими-то стихиями воды, огня и так далее. Ну и последний, 5-й дракон, старший, так сказать, Элдер. Он будет вам все бонусы усиливать на определенное время. Ну, как и раньше было, да? Просто теперь это более красивее сделали. Вот, также были усилены АП-керри, вот разработчики делали на это упор, да? То есть АП-керри теперь, лучше было, конечно, Вейгара пикнуть. Ну, пусть Физ будет. На Вейгаре это лучше было бы показать, вот. Были усилены АП, и для них новые артефакты. Сейчас вам покажу, смотрите, например. Вот прям ману включите, видите? Ледяное сердце, например, новый артефакт. Хекстековая НЛП 800, новый артефакт. Сейчас вам покажу, это... Ох ты, игра против Ясу, это нормально. В прошлой катке я против Мальзахара стоял, против хуесоса. Пиздец. Конечно, слили. Мальзахар это такая имба, пиздец. Ты, сука, ты слышишь, нахуй? Все нормально, пацаны. Сейчас беру 3 уровня и пизда. Пизда полная, Ясо. Ага, ты даже в упор, блядь, не попал ветром своим. Конечно, ага. Смотри, 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 иди отсюда, Ясо. Это мой лайн, моя вотчина. А, черт. Ну что стоит... Что стоит отметить? Есть Ешка, да, то есть эскейп. У Ясо, то есть, ой. Ну, у Ясо тоже есть, у Физа. То есть, с Ешки можно быстро уйти. Или наоборот, во врага влететь застанеть. Также Кьюшка есть, быстрое перемещение. Ну, что стоит отметить? Вэшка усиливает автоатаку. Ульта Рыбёху во врага кидает. Что стоит отметить? Что он АП ближнего боя, на самом деле. То есть, это такое, на самом деле, Физ. АП ближнего боя, иногда его в лес пикают. Ну, я его ни разу в лес не пикал. Я все-таки за традиционных лесников. Ага, ты уверен, Ясо, а? Вот, видите, тяжко, тяжко. Короче, ну, как я вам говорил, когда ты просто сам для себя играешь, что все заебись. А когда ты играешь для ролика, то начинается хуевая игра. Вот, собственно говоря, прошлую игру я заруинил, ну там из-за пидораса, из-за Мальзахара. Эту катку тоже, видите, не очень так пока идет, потому что против Ясо, против имбы стою. А так у меня 16-4 было, или 16-3, я вот вчера играл за Физа. Вот, то есть... Смотрите, смотрите, сейчас приду. Эх, Ксинжао поторопился, надо было меня подождать. Ну хотя бы развел на флеш Ясо, ну ладно. Ща, ульта будет у меня. Ща, он охуеет еще, Ясо против меня. Сейчас все нормальное сделаю. Ясо еще охренеет. Физ, что сказать? Физ это очень мощная рыбеха. То есть у него дамага просто пиздец. Это просто, я не знаю, как сказать, ну, очень пиздец дамага у него. Очень дохрена. В том числе потом с ульты. Оп, добил. С ульты пиздец тоже дамага будет. Но надо чуть-чуть пофармить. Нам надо пофармить.
и остерегаться, конечно, гангов. Как всегда я говорю, всегда не забывайте ставить варды в кусты. Вот сюда. Пассивка чем-то напоминает Тиму. То есть тоже доп урон от автоатаки. И этот чувак один жалуется, типа команда про. Ну а хули ты, у меня бронза 5, пацаны, я сразу говорю. Играю на бронзе 5, то есть, если что. Ну вы видите, да? Хотя это не ранговая катка на самом деле, то есть тут похуй. Ну вы видите, да, сами пик. Посмотрите, 3 АП и 2 лесника, как я уже сказал. Ух ты! Видите? То есть мне Ешка помогает съебаться, если что. Ясо такой отмороженный. Вот что он делает? Я, короче, сейчас чуть-чуть качнусь и Ясо в соло убью. Когда у меня ульта будет. То есть это я вам точно говорю. Ясо будет в соло улетать. Смотрите, а все, все, без ульты. На нахуй. Все, то есть даже без... Ага, иди нахер от меня, иди нахер. Ох. Ох, 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 ох. Вы видите, как я засейвился? На просто на 30 хп там или на 40 ушел. Нормально, нормально. Окей. Главное доминировать у себя на линии, пацаны, а потом идти и доминировать на других лайнах. Очень важно это. Потому что, конечно, самое главное это снести Ноксус врагу, да? Вот это строение. Но прежде чем снести строение, надо перебить врагов побольше. Вот. У нас Вейгар на топе стоит. То есть с таким пиком я даже не знаю. Даже не знаю, как кого убивать. Ну, лично я тащу пока. То есть я пока перефармливаю Ясо. И ульт у меня есть, видите. То есть я пока тащу против Ясо. Ну надо теперь главное продыху не давать ему и все. И избегать гангов. И в принципе пока вот на несколько минут ближайших вот это главное. Пока 8-я минута игры идет. Ну по сути уже вышки можно им сносить. С Ешки можно вот так накоцывать. Ясо, ты уверен? Нахер ты ультанул меня? Я не знаю, зачем Ясо в меня ультанул. У него явно урона не хватает, чтобы меня убить. Вот так вот, с полного. Кстати, у меня на 100 хп больше, чем у врага. Отлично, враг убивает дракона. На нахуй. Есть. И второй раз Ясо уходит от моих рук. Так это и делается, видите, пацаны, так куются победы. Ну и потихоньку пропушивать. Давай, давай, вали его. Нормально. У Хеймердингера даблкил. Ну я бы удивился, если бы у него не было даблкила, потому что Хеймердингер это еще та штука. Хотя Физ это тоже та штука, должен ради справедливости сказать. Физ это тоже еще то животное. Я ж на нем вчера говорил, я вот отвечаю, у меня 16.3 что ли, я вот не помню, чтобы не наврать, да? Или 16.4 было на физе. То есть на физе пиздец на самом деле дамаг. Ну вот, как я уже сказал, физ это АП-керри ближнего боя. Вот. Тоже надо учесть, то есть, если вы стоите против какого-нибудь, я не знаю, Вейгара, например, Бренда, то вам очень тяжело будет, потому что вам постоянно будут надамаживать, то есть, вам даже подходить не будут давать, по сути, да? То есть, вот это очень тяжело. А так, очень, да, очень мощная, вот физ, это рыбёха такая. Смотрите, ну подойдите, убейте его, блядь, смотрите, под вышкой тусуется. Ульт, 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 ульт. На, убью. Сейчас пассивка сработает. Не забудьте, у меня пассивка Вэшка дает урон дополнительный к автоатакам. То есть, чисто догорел от моей автоатаки. А ну-ка, убьешь, убьешь. Нормально. Ганг, пора гангать. Иду на бот.
Да, иду, правда, у меня ульты нет, ну похуй, убьем. Ебашь его, ебашь, ебашь. Готов. Ага, иди нахуй от меня. Отлично. Отлично, хорошо я сейчас засейвился. Жалко, что Ксинжау нашего убили там в лесу. По-моему, я не мог прийти помочь ему, кстати. Я не успевал. Так, песочные часы Жони, это я вам сразу говорю, они покупаются, знаете почему? Потому что ФИС это ближнего боя, чувак, то есть вам, ну, тяжко будет, вам надо выживать как-то. Вот, потому песочные часы Жони сразу покупаются. Показываю вам. Видите, потерянная глава, это новый артефакт. То есть, как я сказал, или не сказал, я не помню, главным образом вот это новое обновление задевает... Оп, фарм. Люблю фарм. Задевает АП керри. Изменяет чуть-чуть их умения. Новые артефакты дает. И, конечно, на Вейгаре надо было показывать. Просто я на Вейгаре уже показывал игры. Потому не хочу на нем опять. Вот. А так, да. Мид-сезон. Надо будет так и назвать видео как-нибудь. Ну все, Ясуо для меня уже угрозы не представляет. Во всяком случае, убить он меня не сможет уже. Я уже на 2 уровня его превзошел. Вообще похуй. Не забывайте автоатаками накоцывать врага. Они просто плюс 5% от недостающего запаса врагу наносят. Готов. Вовремя к Синжао прилетел нормально. А ну-ка, а ну, а ну, а ну. Оп, добиваем. Все, пора, в принципе, спушивать. Ой-ой-ой-ой, иди нахуй, вышка от меня. То есть, потому что тянуть уже смысла нету. С Ешкой нужно быть осторожнее. Еще Ешку надо беречь, чтобы убежать от врагов, если что. Что-то там уже терки какие-то в чате пошли. Ну, это ладно. Опа-на, Фис на помощь. Блин, нахрен я это сейчас сделал. Фис пришел. Физа, я думаю, тоже убить смогу сейчас без проблем. Чё за херня? Дабла против меня стоит. Вы чё, мальчики, нахуй? Вы охренели? Вы чё делаете? Не люблю я вот такой поебени на самом деле. Смотрите, видите? Ясуо так испугался меня, что уже позвал Тиму даже. Интересно, мне кто-нибудь поможет сейчас? Против меня типа даблой стоят. Ты уверен? Ты уверен, нахуй? Мальчик, блядь. Ща Ноктюрн прибежит. Охуеть. Ты иди нахуй, Тиму, я твой рот ебал, блядь. Пидорас. Давай, давай, ебашь, ебашь. Давай, давай. Готов. Ах ты, сука, а главный долбоёб Тима выжил. Вот знаете, что плохо, когда вот... Готов, все. Пизда Тима, смотрите. На нахуй. Видите, как важны такие скиллы, как воспламенение? Просто я бросил чисто воспламенение одно, и все. Чисто с воспламенения убил Тима. То есть такие скиллы, они... Ну, давайте, блядь. Да, блядь, сука ты ебаная. Окей, заебись. Нормально, нормально. Еще и Волика успел прийти убить. Окей, 5-0-4 у меня счет. 5-0-4 тем временем. Часы Жони купил. Дальше Мариана Микон у меня будет. Следующим артефактом.
Ясо выебуется, у меня под вышкой стоит. А вот зря он это делает, потому что я сейчас приду ведь. Разозлюсь. Я уже на 3 уровня Ясо превосхожу. Ясо больной. Просто что он делает, блядь? Он видит, что летят на него. И все равно дерется. Такой ебанутый Ясо. Нормально у меня уже дамаг. Теперь спушивать. Теперь только спушивать. Давай. Давай, давай. Надо в ответку спушить. Мою башню я соспушил. Надо в ответку его башню отъебашить. Давай. Есть. На нахуй, готов. Я не знаю, зачем Ноктюрн ультовал сейчас, если честно. Потому что я бы и сам там справился без проблем. Ну хотя бы я ульту сэкономил во всяком случае. Все, просто фаст пуш. Ульт у меня наносит уже 440 урона. Ну, это, конечно, не пиздец прям. Я бы даже сказал, что это абсолютно немного, но... Все равно. Так. Вардов. Понаставим пока вардов. Отлично, дракон у нас есть. А, у врага есть дракон, вот сука. Ты чё, ты кто такой, слышь, Ясо, нахуй? Ой, нахрена я... Вы видели прикол? У-ху-ху-ху! Ох, как я засейвился мастерски. Да ты, сука, куда ты... Я ебал просто эту игру, нахуй. Вы видели, я клацаю вот сюда, да? Вот сюда. А он бежит вот сюда, нахуй. Уёбок, сука. Потому что меня бы иначе не убили. Так, покупаем потерянная глава. Бесовской манускрипт. Продаем шестигранник. И скоро Марелла на Микон можно будет купить. Вот. 7-1-4 у меня пока счет. Ну, не особо, но нормально. А, вот. Видели, я сейчас охрененно, конечно, проюзал песочные часы Жони. Этот Ксинжао чисто с моей горелки догорел, с моей пассивки. Ну да, там нормальный такой дамаг. От нее. А так, в соло я любого врага убью. У меня просто самый высокий левел из всех. Валибира даже я минусану в соло, то есть без проблем. Давай, давай, давай. Готов. Давай, вышку, вышку. Все, по фасту заканчиваем. А прикиньте, до 20-й минуты, нахуй. Готов. Готов. Правда, нахрена я ультовал, непонятно. Ща умру. А, нет, не умер, смотри-ка. Не умер. Ну ладно. Повезло мне сейчас, повезло. Жалко только, что я ульту проебал. Поплыли. Есть у меня так. Марелла на Миконе. Теперь мучение Леандри дальше, потому что силы умений у меня маловато пока. Главное не забывать песочные часы прожимать, потому что частенько вот можно это забыть. Ну, по крайней мере, я забываю.
Охрененно бы было в 2016-м катку закончить до 20-й минуты, но уже не успеваем. Все-все, спушиваем уже. Нельзя время терять, ни минуты. Спушиваем. Готов. Ну давай, блядь, остановите его. Ух ты, ух ты. Ты чё, охренела? Я ж тебя минуса... Вот ты сука какая, а. Это знаете, что сейчас вот эта дурочка что сделала? Она специально, типа, провоцировала, чтобы я на нее напал. Чтобы Волик... Это, типа, на живца меня ловили, идиоты. Да, ну давайте, окей. Часы Жони проюзал. Опа-на, а я тоже на живца ловить умею. Давайте, давайте, ебашьте их. Давай, давай. Отлично. Все-таки я их переиграл. Да все, спушивайте, все уже. Че медлить? Пушим. Че медлить уже? Че медлить, 7? Давайте, бегу, бегу. Вейгар у нас слабоватенький. 2-5 для Вейгара это хреново. Ты, вот ты тварь, с флеша съебался, Тима. Ну ладно, ладно. Ты чё там? Оп. Сейчас минус 5 сделать и все. Так, тем временем у меня 7-1-9 счет, 36-18 в нашу пользу. То есть в два раза ровно мы ведем по фрагам. Ультую, ультую. Правда, не знаю зачем. Я ультой крипа убил. Видимо, для этого я ультовал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно сейчас было, опасно. Видите, я на живца ловлю. Я живец, как бы. Давайте, пацаны, убивайте их. У Ясуо даблкил, да ладно. У Ясуо 3-10-2 счет. Какой у него даблкил может быть? Он жирак. Ладно, пошли дальше. Кстати, у нашего Ксинжао 16-2 счет. Зато у меня меньше всех смертей и больше всех ассистов. Ну правильно, я покери, я по сути я должен не убивать, да, а наносить урон, потому что как бы покери. Все правильно, дракон нужен. Кстати, Ксинжао мог бы в соло дракона убить, по сути. Так-то. Если говорить. Есть. Ультую, блядь. На нахуй, убьем, убьем, убьем. Конечно, я его убил, а чё вы думали? Убьем, убьем. Есть. Дабл килл. Нет, дабл килл мне не засчитали. Ну, хер с ним. Есть у меня КД 30% уже, но это нормально, нормально. 9-1-11, у меня счет 9-1-1, типа, да? У меня счет. Пушим, пушим, пушим. Жалко, что у меня награда за первую победу в день пока недоступна.
Давайте вышку спушиваем. А, черт. Не-не-не, хер вам. Так. Синий баф, я возьму. Мой, ты су... Ты ебанутый, блядь, Хеймердингер, нахуй. Кому тут синий баф нужнее, мне, блядь, или тебе, сука? Конечно, мне. Тварь. Убьем. На меня еще и Игнайт зачем-то кинули. Ну ладно, нормально. Видите, как хорошо я дамажу, да? Чисто у меня 13 ассистов, то есть даже чисто вот именно дамаг я наношу, то есть инициирую, инициирую файт, как бы. Да, вот это все, то есть нормально. Да. Надо будет еще на каком-нибудь АПК или чисто на Вейгаре, на каком-нибудь таком поиграть, посмотреть на вот эти все изменения вообще мидсезоновские. Пока 9-1-13 у меня счет, нормальный. Ясо 3-12. У них, по сути, у них тима нулевая. У Ясо 3-12, у Волика 6-11, у Ксинжао 3-11. У Kindred 5-10. У них, по сути, вся тима такая никчемная. Блять, пушьте нахуй. Пора пушить уже все. Ладно, буду в соло пушить, похуй. Мне не сложно. На нахуй. Интересно, на что надеялся Ясо сейчас, нападая на меня? Я их Синжао в соло убью сейчас, если чё. Оп! На, вы видите, как мне песочные часы Жони помогают? Эйс, все, видите, про что я вам говорил? Эйс. Все, пушим. Все, пацаны, пушим. Ох, эти тимовские грибы сейчас дамажить будут, блин. Пушьте, нахуй вы не пушите. Пушьте мид, и по сути все, катка завершена. Так, есть у меня мучение Леандри. Так. Ледяное сердце, это новый артефакт, он мне не нужен, по сути. Смотрите, хекстековая НЛП 800. Она, короче, восстанавливает ману, равную 15% от урона, полученного от чемпионов. И плюс восстанавливает здоровье. А прикольно, я куплю, кстати, эту херню. Вот этот новый артефакт, хекстековая НЛП 800. Давайте. Окей, 1-11-1-13 у меня счет, заебись. Почти больше всех убийств, меньше всех смертей. Ну хорошо, мне Ешка и песочные часы Жони выживать помогают. То есть нам всем вместе собраться, просто пропушить и нормально. На мне метка Kindred стоит. Ох, по мне стреляют. Но это нормально. Да плохо, что у меня дистанционного урона, по сути, нету. Пиздец, грибы уже дамажат. Плохо еще, что у нас АД нету. Застилил, я застилил, ну ладно. Могу сейчас ультануть в них, кстати. Могу сейчас во врагов ультануть.
Смотрите, ультую, ультую. Юзаю часы Жонни. На нахуй. Я называю это даблкиллом, блядь, то, что я сделал. Да ладно. У Ясуо триплкилл. Постойте, а я даблкилл сделал, не? Почему про это не сказали? Я сделал даблкилл. Просто я настолько молниеносный даблкилл сделал, что даже компьютер никак не отреагировал на это и ничего не сказал. 14-2-14 счет. 31-я минута игры. Я хотел вообще еще 10 минут назад игру заканчивать, если честно. Ну ладно. Ох, как хорошо сейчас разменялись Фейгар с Ясу на меду. Сейчас я куплю хекстековую НЛП 800, новый артефакт, как я сказал. Стану поживучей, буду отхиливать ХП. Читаю вам. Восстанавливает здоровье на величину, равную 25% от затраченной маны. Не более 25% за умение. То есть новые артефакты, новые меты теперь будут. Видите, вот это Элдер Дракон. Вроде бы, или нет? А, это облачный дракон. А, не, это не Элдер Дракон. Ультую, блядь. Есть, нахуй, все, блядь. Просто разнесли пацанов. Просто разнесли, ребят. Вот, сука, а Тима выжил все-таки, ну ладно. Все, пора нам собираться и пушить. Заебись, у меня ульт уже 49 секунд кадешится, это очень хорошо. То есть достаточно часто могу ультовать. Правда, у меня 303 силы умений, но это маловато, мне кажется. Мне надо будет шляпу Рабадона следующий собрать, чтобы чисто вот силу умений увеличить. Блять, все собирайтесь, надо всем вместе на меду собраться и все. И по сути все. Могу ультануть, если что. Кстати. Ультую. Правда, не знаю зачем. Давайте. Ебашим теперь. Вот жалко у нас, да, у нас адекери нету, то есть некому вот на такой дистанции врагу дамажить, когда он под вышкой стоит. Ох, опасно сейчас было. Выживу, 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 нормально. Все, пора мне на базу лететь. Хотя, постойте, может синий баф собрать? А, нету синего бафа. Не, мне пора лететь, потому что я не хочу своей жизнью драгоценной рисковать. Тем временем у меня 15-2-16. Ну, чё, 750 урона ульта наносит. Более-менее. Так, хекстековая НЛП 800 есть. НЛП это, по сути, нейролингвистическое программирование, да? По сути-то. Все, следующее у меня будет шляпа Рабадона. Все. Путь к Нексусу открыт. Кстати, активный артефакт. Хекстековый НЛП. Выпускает россыпь морозных зарядов, наносящих 300 урона магического урона перед собой. Кстати, нормально дамажит так. Да, нормально. КД какое? 40 секунд КД. Ой, ой, я не то проюзал.
Пацаны, я не то проюзал. Не серчайте, блядь. Давайте, все. Все, пушим. Почти эйс сделали. Ой, не бей меня, вышка, блядь. Блядь, тварь. Почему вышки так меня не любят, интересно? Все, 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 пушим. Готово. Ну чё, нормально, лайк, подписку за хорошую игру.